подписание лицензионного соглашения между компанией «Ростелеком» и футбольным клубом «Енисей». Теперь команда, болельщики и все желающие могут подключить мобильную связь по спецтарифам. «Ростелеком» выпускает линейку сим-карт с брендом футбольного клуба «Енисей». Мы предоставляем вместе с ФК «Енисей» доступ к мобильной связи для сообщества, для болельщиков, для сотрудников, конечно же, для самих футболистов. Тарифы, созданные для ФК «Енисей», они уникальны. Линейка называется «Партнер». Состоит она из 4 тарифных планов, которые различаются включенным пакетом минут исходящих, СМС и, конечно же, гигабайтами мобильного трафика. Футбольный клуб уже оценил выгоду для спортсменов и болельщиков. А когда мы говорим о том, что есть эксклюзивные расценки, да, и что этой сетью будет пользоваться не только модно, но и эффективно со стороны ценовой политики, то воспринимают эту, скажем так, новость не то что позитивно, а со словом «вау». Болельщики смогут купить такие сим-карты на домашних матчах команды. Получится приобрести их и не на стадионе, в офисе компании на Взлетной 10. Абоненты могут переподключиться от других сотовых операторов и оставаться на старом номере. Для подробной информации есть горячая линия. Номер 8 800 338 37.